Ну, народ, всем привет. Это продолжение эпопеи про геометрию фитнеса. Короче, я ждал звоночка очень долго. Почти сутки. Был готов, короче, опять записать опус. Короче, они мне вечером откомментили мой сюжет. Типа, начиналось все так. Мы рады, что вы. И дальше, короче, было, ну, скажем так, это было в шапке уведомлений. Я думаю, почитаю утром данное сообщение. Но каким-то магическим образом этот комментарий был удален. То есть все-таки геометрия фитнеса удаляет комментарии. Ну, в общем, позвонили, милая девочка мне звонила. Довольно-таки обстоятельно и все подробно мне объяснила, и даже в ценах. Ну, цены я вам раскрывать не буду, так как считаю это не совсем корректным. Вот, и у них сейчас идут скидки, акции. Так что, если что, звоните туда, приходите, узнавайте. Ну, комфортные довольно-таки предложения. О самом спортзале я могу сказать, что там достойное оборудование. Ну, прям реально хорошее. Мне очень нравится. Единственное, что у них не проработано, скажем так, такие вещи, как личные шкафчики, личное полотенце. То есть в некоторых залах это можно забронировать. Насколько я помню, у них тоже можно было, но там сейчас какие-то неувязки с этим вопросом. Вот, а так. А так, ну, для меня, допустим, геометрия очень удобна. Очень удобна, и не знаю. Я еще подумаю, январь до конца не прошел. Абонемент годовой на вечерний у них можно взять довольно-таки по очень выгодной цене, я вам сразу скажу. Ну, пока подумаем. Пока подумаем. Вот, позвонили они мне. И это очень хорошо. Ну, а так, выбор спортзала, конечно, остается за вами. То есть это чисто личное дело каждого, но все-таки я предпочитаю геометрию. А так, всем привет!